В этом году мир ждет резкое сокращение добычи нефти. О мерах, которые призваны придать позитивный импульс ценам на черное золото, ранее договорились 25 стран крупных экспортеров. Сегодня стало известно, что Саудовская Аравия выполняет свои обязательства и уже в этом месяце сократила суточный объем добычи на 486 тысяч баррелей. На фоне этой новости нефть стала торговаться дороже. Стоимость одного барреля марки Brent доходила до $56.70, а WTI продавалась по $53.65 за баррель. В рамках договоренности экспортеры нефти в этом году должны сократить добычу в общей сложности на 1 миллион 758 тысяч баррелей в сутки. Если эти обязательства будут выполнены, то баланс спроса и предложения нормализуется, и уже во втором квартале нефть начнет торговаться гораздо дороже, так говорят эксперты.